По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Храмушина, во всех 58 военных городках планируется отремонтировать дороги и освещение. В 35 городках пройдет обновление инженерной инфраструктуры. В 13 модернизируют социальную сферу. В Сергиево-Посадском районе запланировано строительство трех объектов – двух модульных очистных сооружений в поселках Бабошино и Башенка, а также в Путятино планируется возведение новой котельной, работающей на сжиженном газе, вместо действующей угольной, которая давно исчерпала свой ресурс. Из бюджета на это выделяется 48 миллионов рублей, сообщает «Единая пресс-служба». Кроме того, в этих военных городках пройдет публичное обсуждение планируемых преобразований, чтобы определить приоритеты. До 1 мая дорожная карта должна быть утверждена и согласована с жителями. Средства на восстановление военных городков рассчитаны с резервом.